Впервые еженедельная планерка главы муниципалитета прошла в Звенигороде. Эта территория была выбрана не случайно. После объединения городу самое пристальное внимание. Благоустройство, социальная политика. Острых вопросов много. Видим, что у нас сезонный рост обращений по содержанию дворов и по вопросам благоустройства. Также у нас появилась активность населения по обслуживанию дорог и тротуаров. Особое внимание на совещании уделили вопросу организации мероприятий, посвященных началу военных событий Великой Отечественной войны. В рамках Дня памяти и скорби в округе пройдут 40 мероприятий, в которых примут участие более 10 тысяч человек. Каждый год 22 июня в России отмечается День памяти и скорби. Эта дата связана с началом Великой Отечественной войны, и в этот день как раз у нас проходят траурные митинги и другие символические патриотические акции. Также на совещании обсуждалось текущее состояние медицинских и культурных учреждений, решение проблем дольщиков. Особое внимание было уделено реконструкции и модернизации объектов спортивной инфраструктуры. Мария Шматкова, Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».